Сколько для тебя? Первое, хотел бы отметить, у нас есть один человек такой в Новокадашков. Вот вы когда будете получать медальки, здесь есть такой логотипчик. Логотипчик. Вот это благодаря этому человеку он здесь есть. Поэтому давайте ему поаплодируем, что он сделал логотипчик. Лучший вратарь. Вот начнем с этой номинации. Сегодня общались с капитанами, оргкомитет обсуждал, принимал решения. И лучшим вратарем становится Шлома Андрей. Ваши... Кстати, Новокадашский самым меньше пропустил в этом сезоне. Вроде мы идем дальше, у нас есть номинация «Лучший бомбардир». И у нас в этой номинации есть два номинанта. Эти два номинанта, они играли в одной из команд, начинали во всяком случае. И те, и те. Сегодня у нас будет одна награда, но потом мы сделаем два. В общем, у нас два человека, которые по 14 мячей. Первым мы приглашаем сюда Пимонова Антона. Ваша аплодисменты. И он забил 6 мячей за Новокадацкий. Ты не отходи от меня. Да, вот просто смотри. Все, красавчик, можете. Мы сделаем статуэтку, как бы. Итак, лучший бомбардир, движемся дальше. Омельницкий Константин, ваш аплодисмент. 14 мячей у него на счету. Сегодня он оформил хит-трик. Костя, забирай статуэтку. Никому не отдавай. Нет, иди, да. Так, идем дальше. У нас есть номинация «Лучший игрок». Тоже там опрашиваем у капитанов. Советовались оргкомитет. И приняли решение, что это становится... Самойленко Сергей! Ваша будет смерть. Идем дальше. У нас есть команда, которая у нас второй сезон с нами. Это команда, которая попала в последний поезд в высшую лигу. И очень хорошо себя проявили, очень достойно. Молодое поколение вытесняет потихонечку старичков. Сегодня они бронзовые. Пантеры, ваши аплодисменты, друзья. И команда, которая какое-то время не была с нами, они вернулись в прошлый сезон. Они были близки, это было четвертое место. Сейчас, понятно, уровень подрос, как бы, и он уже в медалях. Серебряные призеры. Прайд, ваша позиция. Ну и мы идем дальше. Знаете, в этом сезоне у нас высшая лига. Мы потеряли некоторых старичков, да, как бы, которые та же Сухачевка, тот же Винер. Но очень рад, что один все-таки старый конь борозды не испортил. И сегодня мы видим, что пока все-таки класс бьет молодость. Новокадашский чемпион. Как раз тебе и свет сделал. А? Ну да, тут хочется света. Вот это тоже важно. О, вот это наша, да, наша. Это наша вода. Ну, короче, да, пускай медали раздадут.
Ты где был? Я где был? Ну, не шо ты? Блин, извини.